Спортивная школа «Строитель». Ему 14 лет. Боксом занимается 4 года. Счет по яме идет. Имеет первый юношеский разряд. Является победителем первенства Республики Татарстан 2019-2020 года. Финалист первенства Приволжского федерального округа 2019 года. Клуб «Аллигатор». Ему 15 лет. Имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Каримова.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер красного угла Остяков Вячеслав, спортивная школа строителей. Награждение боксеру правый главный судья соревнований Авджан Мистров Мистропович. За второе место награждается Абдуллин Амир, клуб «Аллигатор». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Остяков Вячеслав, спортивная школа «Строитель». Также Вячеслав награждается специальным призом от Федерации бокса города Набережные Челны.